Девушка, может, такси? У вас в багаже сколько? Доедем? Ну, конечно. Только, знаете, это же не весь мой багаж. Вот. Так что мне понадобится машинка побольше. Такси, такси. Большая машина, объемный багажник. Едем? Едем. В общем, так вот. Сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизоды нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Дорогой! Сережа, иди кушать. Все готово. Ну, и что на этот раз? Подгоревшие блины, пересоленные пельмени. Когда ты уже готовить научишься, дал же Бог жену. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вам знакома эта женщина? Нет. А что такое? Очень хорошо. Дело в том, что это моя жена. Она на 2 недели в командировку уехала. Хорошо, что вы не ее подруга. Может, сходим куда-нибудь? Отдохнем? Развеемся? А давайте. Любезный, тут такое дело. Да. Понимаете, мы не знаем, что у вас. Анализы не дали четкого ответа, от чего вас лечить. Как это? И что ж ты теперь делать? Меня же как-то надо лечить, правильно? Вы давайте это, делайте что-нибудь. Ну, поймите, мы не знаем, что у вас и от чего вас лечить. У вас нетипичный случай. Вы же врачи, правильно? Вы же должны лечить хоть как-то. Но лечить как-то. Но лечить же все-таки. Вы же врачи. А? Ну что ж. Надо же что-то делать. Зато теперь мы точно знаем, что у него сотрясение мозга. Ну и давайте его будем лечить от сотрясения мозга. Но он же сам просил. Хоть как-то, хоть от чего-то его лечить. А ведь логично, коллега. Может, еще переломчик? Почему бы нет? Смотри, такое хочешь? Не, не хочу. А чё? И это не хочу. Хочу такое. И цвет красивый. И это не хочу. Не хочу. Не, ну что, все это... Что, вы в классе?
Какая красота! Я себе такую хочу. Хочу, 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 хочу. Хочу, хочу, прямо сейчас хочу. Какая красота! Да! Красота! Хорошая, можно погромче сделать? Можно. Спасибо. Нет проблем. Государственной подстилки. Меня сухим законом не согнут. И не сломить надежду на похмелье. Массажисту временно тратить мой алкогольный пыл. Я вот самогон. Дорогая, я столько лет тебя знаю. И только сегодня решился тебе сказать, что я тебя люблю. Листья березы незаметно промчались они. Пожалуйста. Добрый день. Добрый. Чем могу вам помочь? Скажите, пожалуйста, у вас есть таблетки для похудения? Ну, насколько мы хотим похудеть? Ну, вы знаете, килограмм на 5-6, но мне надо срочно. 5-6 килограмм срочно? Угу. Это серьезно. Сейчас подберем. Пожалуйста. Да вы что, с ума сошли? Я же столько не выпью. Пить не надо. Ежедневно носите это с собой. И через неделю 5-6 килограмм как не бывало. Проверим. Работает. Шеф, до ближайшей ресторации подкинешь? Не, ребята, не могу. Аккумулятор сел. Че за сказки? Гонишь в натуре. Я что, на сказочника похож? А, понял. Федул. Слушай, этот баклан, вот это, что аккумулятор сел. А у аккумулятора всегда проблемы с ментами были. Если он действительно сел, то он в ментовке свои ботлы разъявит. Тогда нам хана, надо валить. Да не его, из города. Слушай, а может, закрыть? Так. Эдик, я вообще не понимаю, зачем ты вот это вот взял на работу? Она, наверное, даже компьютер включать не умеет. Куклы расфуфыренные. Угу. Может, лучше быть куклой, чем пошарпанной бабушкой, за которую даже пластический хирург не берется. Что? Да ты как ты со мной разговариваешь, пиглица ты этакая? Я, между прочим, жена твоего босса. Ну, это пока жена. Ух ты, дрянь ты этакая. Эдик, чего ты молчишь? Скажи ей что-нибудь. Да, Эдуард Владимирович, скажите ей, а? Ну, что ты стоишь? Скажи что-нибудь! Бокс! Там вон иглу. Эдуард Владимирович, можно на секунду? Понял. Сергей Иванович,
Сергей Иванович, скажите, вы футболом увлекаетесь? Не понимаю. Ну, вообще-то не очень. Вот и отлично. Тут такое дело. Значит, сейчас там «Спартак» играет, а мы операцию уже закончили. Вы бы не могли сами себе швы наложить? Вот берем иголочку аккуратненько с ниточкой. Вот так вот. Крепко, крепко держим ручкой. Да, смело. А сюда тампончик, тампончик. Ну, ручку. Вот, вот. Вот так, вот так, вот так. Все, на входе увидимся. Увидимся. Удачи. Эй, Ванька, мы долго? Скоро, скоро уже, скоро. Скоро, скоро. Ага. О! Ну вот, кажись, пришли. То есть пришли? Ты нас обманывать? Мы весь маршрут рисовать. Гебензимир. Как обманывать? Почему обманывать-то? О! Красиво? О. А вот это, вон, вот это мельница, откуда мы начали. Помочь. Мне нужно купить подарок какой-нибудь такой экзотический. Столько всего? А попробуйся. Вот это. Ой. Прелесть. Красота, да. Скажите, а правда, если вот ее приложить к уху, то можно услышать шум моря, правда? Я не знаю, попробуйте. Ой. Шумит. Нет, знаете, держите свою красоту, лучше я книгу куплю. О! О! Его! Иваныч, ты что, обалдел, что ли? Здесь же детская площадка. Ой, ты знаешь, я вчера видела такую красивенькую, красненькую машинку. Ой, просто отпад, если такую хочу. Слушай, мне вчера папик подарил такую эту серенькую с этими, ой, такие полосочки на ней, такие эти черненькие. А внутри это, подождите, у меня сейчас все вылетит. Это такое вот оно как-то коричненькое вот. И на ней эти вот такие, ну, как полосочки, только вот такие. Вот ты поняла, какие тоже такие вот они красненькие. Такие штучки. Да. Да. А простите, вы определились с заказом? А скажите, пожалуйста, вот у вас салат «Карнавал», он с чем? Ну, это такое зелененькое, с красненьким и оранжевым. И сверху полит беленьким. Ой, класс, беленький. Я возьму такой. Я вот еще мне, вот можно, это как-то мокренького еще такого, можно еще, ну, так вот. Привет. Ну, извини, что вырубили тебя из-за прачечного стола, но тут, понимаешь, дело серьезно. Ну, ладно. Работа есть работа. Тут не до сентиментов. Давай, показывай. Пошли. О-о-о.
номер. Проверьте правильность набранного номера. Ставьте купюру в купюроприемник. Возьмите чек. Чек не нужен. Сейчас мы врача где-то позовем. Сейчас мы... Вот. А где ружье? Я сам врача позову. Дядя, ты... Слепуй. Сейчас, я иду на голос. Иду на голос. Так, ага. Грибы. А где ружье? Грибы здесь. Ружье. Вы где? Ружье. На момент окончания торговой сессии индекс Доу Джонса, важнейший показатель деловой активности в США, упал на 29,93 пункта. Эксперты прогнозируют снижение курса, поэтому сбережения сегодня выгодно держать в рублях. Однако некоторые эксперты не согласны с такой рекомендацией, поскольку повышение котировок на торгах в Европе возобновилось ввиду выхода благоприятной макроэкономической статистики. В моде по-прежнему иностранная валюта. Однако не все с этим согласны. В частности, как заявил директор банковской группы «Деловой капитал», рубль останется стабильным в ближайшие 5 лет. Хотя известный западный финансист Джозеф Браун считает, что в ближайшей перспективе волатильность на рынке мировых валют будет продолжаться, поэтому ставку лучше делать на американскую валюту. Круче, чем 3D. Лейтенант Бобриков. Ой, а вы из 6 кадров? Тот самый известный Сергей Дорогов, да? Ну да, он самый. Вы знаете, я ваш ярый поклонник. Скажите, а правда, что вы без каскадеров работаете? Ну да. То есть все трюки на машинах сами делаете? Ну, стараюсь. И в этом последнем фильме, там вот где эта большая погоня-то была, как и он, как же его? Самая смертельная гонка. О, точно. Я его 4 раза пересматривал. Так вот, я к чему все это? Я тут посчитал все ваши нарушения, с вас 10 тысяч рублей. И автограф для жены можно? Извините, вы позволите пригласить вас на танец? Пожалуйста. А!
ты где? Что ж такое? Ой, молодой человек, послушайте, перестаньте наступать мне на ноги. Вы мне новые туфли испортите. Ой. Потерпите немного. Да что ж значит потерпите немного? Видите ли, дело в том, что у моей жены точно такие же туфли, как у вас. И она меня этим достала. Недорого, всего 2000 рублей. Викторович, ну ты с ума сошел, что ли? Начало 9 утра, в воскресенье. Зачем мне перфоратор? Я ремонт уже давно закончил. Дырочку какую-нибудь тебе сделаешь. Ну, Иваныч, ну, нет? Недорого, всего 1000 рублей. С гвоздодерчиком. О! Сейчас. Послал же Бог сосед. Извини за беспокойство. Называется кра, так и наша програ. 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизоды нам дает режиссер. 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. 6 кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. 6 кадров.